Польше лучшим фильмом признана картина «Волынь» о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной. Кроме высшей награды Национальной киноакадемии, фильм получил приз зрительских симпатий, а его автор Войцех Смажовский назван лучшим режиссером. Сюжет картины рассказывает о жестоких преступлениях украинских националистов в отношении этнических поляков, поджогах деревень, кровавых расправах, изнасилованиях и издевательствах над теми, кто осмелился сопротивляться ОУН-УПА. На Украине фильм о волынской резне к показу запрещен. Ранее польский Сейм законодательно признал действия бандеровцев геноцидом. Жертвами боевиков УПА стали около 100 тысяч человек. На Украине же сегодня националисты причислены к борцам за свободу.